Всем привет, с вами Тоди. Сегодня у нас на очереди Star Wars Jedi Fallen Order. Да. Я ждал эту игру супер долго. Вот наконец она вышла на торрентах. Поэтому давайте начнем. Я смотрю, здесь очень странная сложность. Да. Я ведь не грандмастер джедай, я самый обычный рыцарь джедай, но мы будем играть на мастере джедай. Вот. Надо зажать. Окей. Здесь вот такая вот загрузочка. Я понятия не имею, что может быть в этой игре, но я точно знаю, что она является слэшером, по идее. Хотя ее можно даже назвать Souls-like. Да. И сразу хочу извиниться за качество. Качество будет всего 720p. Ой, как громко. Как громко. Как же громко. Видим кучу звездных разрушителей. Какая-то штучка. Тентакль. Ну как, тупой дроид. А вот и главный герой. Блин, прикольные наушники. Он в каком-то понче, или как это можно назвать? Кайф. Мне нравится анимация лиц. Она очень классная. Так, что по графике вообще? Средний. Ниже сделать нельзя, к сожалению. Жаль, очень жаль. Ладно. Извиняюсь за это. Но компьютер у меня не самый сильный. Всего лишь 1050 Ti и i5 7400. Так. Как бегать? Мы уже бегаем. Хорошо. Катсцена. Выглядит все это не лучшим образом. Это та штучка из первых фильмов. С первого, если быть точнее. Она приземляется. Вон она. Кайф. Так, нам сюда, окей. Тут же вопрос, какого черта? Что же вы делаете? Ну, сюда? Видимо. О! Блин, прикольно. Сам такой. Факт. О, у нас намокла накидка.
В игре 2019 года такого должно быть само собой. Ну, это уже дефолт какой-то. Хотя сделано очень даже неплохо. Ок. Инопланетный язык. Да. Прыгните и нажмите, чтобы забраться. Это он же? Вроде бы то. Не сварку. О, мне нравится раз этих челиков. Незабавные. Ну, вниз. Просто тут фонарики. А, вот отмечено. Потертостями. Паркур очень странный, но дефолтный. Какой-то Assassin's Creed. Крыски. Хорошо. Блин, тут крыски бегают. Как они вообще могут в подобном месте выжить? Жесть. Крыска. Крыска, вернись. Мы тебя поджарим и скушаем. Какие-то надписи на инопланетном. Офигеть, тут крысок. Крипи. Просто зажал вперед. Он прошел. Так, я надеюсь, хотя бы 30 кадров будет в этой игре у меня. На видео. О, курича. Хорошо. Идем к захватам. Спрыгнуть. То есть, да, дефолтное управление. Здесь опять эта штука. Давайте разбежимся. Прыгнем. Опа. Действительно, воу. Так, вниз. И... А, надо спрыгнуть. Так понял, что... Я так понял, что главный герой еще не знает о своих способностях. Джедайских. Мне очень интересно, как он получит свой световой меч. Меня очень сильно интересует эта тема. Ой. Ой. Вот и закончилась игра, гайз. Блин, какая-то черная штучка течет. Вау. Он такие классно паркурные упражнения выполняет. Так. Понял, как я это сделал, но я просто нажал большую часть кнопок. Кстати говоря, я ведь играл в обе части Star Wars Unleashed. И мне интересно, какой силой будет обладать главный герой в этой игре. То есть там главный герой... не помню, как его звали. Но он был просто нереально сильным. То есть он силой мог захватить Star Destroyer. Я вот с этого немного офигел. Так, а нам куда? Уже все-таки сюда. А, да. Блин, физика прикольная. Хотя вот этот шнур, канат, по которому мы пойдем, довольно сильно дергается. О, крыски. Опять крыски. Вау. Что делаете? Инопланетный язык. Один разговаривает на английском, другой на инопланетном. Блин, там такая штучка. Можно к ней? Я хочу к ней. Она прикольная.
который... А, надо ползти. Кал, что же ты делаешь? Что же я делаю? В этой игре есть ветер. Работает он, правда, немного странно. Скорее всего, из-за мощности моей видеокарты. Но все-таки работает. Так, а, вот это? Просто нос зачесался. Просто зачесался нос. Так, он опять чешется, но... Сейчас все будет. Хоба, готово. Ой, хорош. Что-то упало. Понятно, мне тоже очень страшно. У меня поездим высоты и... Мне очень неприятно даже в игре находиться в подобном месте. Так, нам наверх. Блин, кол. А, окей. Как жабка, просто как жабка. Заполз. Просто посмотри. Истребитель, что можно меч? Хочу меч. Дайте меч. Класс. Джедай. Просто ужас вообще. Да и они не были предателями. Они были защитниками скорее. Here we are, scrapping these ships from the war, just so they can turn around and make new ones. A racket, huh? Oh, Посмотрите. Троид. Живой? Hey, you really should watch what you say. Listen to me. Find us free like this, could be your ticket off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal, you're a young guy. You don't end up like me. Мне кажется, никто бы не хотел очутиться в подобном месте. Move on and live your life. Find your destiny. Что происходит? Это что вообще? Whatever you say. Hey, we should get back down. You're not listening to me. Who's that? Все фигово. Они уже обрезали крыло, что ли? То есть он вообще плевать на рабочих? Так, а нам надо как-то зафиксироваться или что? Или просто спускаться вниз? Не очень понимаю. Скорее всего, нам надо помочь ему как-нибудь. Нет. Мы не упадем. А, окей. Зацепились на проводах. Живем. Так. Чувак, держись. Держись, у тебя аж мощные руки. Слишком поздно увидел. Офигеть, его балкой придавил. Как он жив еще? Дроид, пошел нафиг. Тентакли. Огромные тентакли. Аккуратней. Чел, давай, убирай нафиг эту балку, мышь. Совсем фигово. Как он вообще жив, если там... Ну, может, у него кости крепкие, я понятия не имею, что это за раса. А, он знает о своей силе. В этом случае надо быть супер осторожными. Потому что ведь форс-юзеров вроде бы на темную сторону в этом моменте уже не берут, только уничтожают. Все в этих накидках.
holding up okay? Good. Yeah. You? Yeah. Kel, I've been working with you some time now. I've never seen you do anything like that before. You should. We've been through some hell together. So, I know the risk that you took for me. I don't know how to repay you. Don't mention it. Поэтому просто реально, чувак, забудь. You don't have to worry about me. This place... И не говори. Дом пропал. Так, идем искать вас, как я понял. Страшная музыка. А, не, это обычный эмбиент. Ладно. Блин, здесь даже освещение нормально нет. Да ты идешь. А ну вернись. Ну вы предупредишь, что ты ушел куда-то. Ты не считаешь это странным, то что он смотрит на тебя, отворачивается и уходит? Дружище. Не открывается. Очень странно. Видение силы? Окей. Окей. Привет, дроид. Что делаешь? Ты похож на... Арде... Блин, я уже даже не помню, как его зовут. Жесть. Тревога. Как бежать? Кэл, я думаю, нам стоит бежать. Это ж... Взаимодействие. Что? Мать вашу. Кто? Марк, well and listen. Master. Trust only in the Force. Хорошо. Он ли в силу верить? Я понял. Train has stopped. Yeah. Something's going on. Штурмовики. Identification ready. Проверка личности. Move out and line up. Probably just another contraband inspection. Мне кажется, или... О, здрасте. А вы кто? Какие-то мегаэлитные штурмовики. О, шаттл какой-то большой шишки. Кто это будет? Похож на какого-то инквизитора. О, а вот и второй, бугай. У них такие одеяния классные. Is this all of them? Yes, second sister. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Failure to turn over this traitor
will result in a charge of sedition. Turn yourself in, or everyone present shall face summary execution. I think it's time someone came forward. Мне кажется, или он скажет, что это он? I've been working on this heap a long time. Way before the war. We refit and rebuilt ships. Best in the galaxy. Then came the Empire. And engineers became scrappers. The workers? They just started getting worked. Prof. Bitch. We all know the truth. We're just То есть мы все-таки джедаи и знаем об этом. To the Empire, we're all just expendable. Yes, you are. No! Look at this, a lightsaber. Да, я. I found the Jedi. Ведь в курсе то, что им как бы немного плевать на высоту. У них есть форджампы, или как это можно назвать. Что такое? Здрасте. Стоять, не с места. Easy now. Полегче. Ну ладно. Он их не разрубает? Серьезно? Следы не остаются. Ну, то есть на ящиках остаются, но на сетке нет. Блин. Контакт с миром, ну, слабенький. Вот я, допустим, мечом сейчас... Сейчас, секунду. Что такое? Он серьезно их не режет? Я считаю, это огромный минус. Что делать? А, понял. Парирование. Понял. Надо спамить, как в Секира. Спам блок, как в Секира. Знак победы. Не знак, но... Понял. Что надо сделать? А, правда разрубить, окей. О, я уже думал, надо прыгать. Прыгать и... Чувак. А, просто ХП отнимается. Да блин, что же ты делаешь? Мало хп. Так, давай, в этот раз аккуратненько. Аккуратненько, ползи. В прошлый раз он почему-то не захотел ползти. Опять какие-то элитные. Я вижу то, что на них остаются порезы, но они какие-то вообще незначительные. Да. Серьезно. Блин. Миллион лет не играл в Souls Like Guys. Парировать ее. Окей. А, возродиться. Сори.
Какая долгая загрузка. А, ну, здесь у нас фул хп. Да-да-да. Мне интересно, как здесь реализованы боссы. Очень интересно. Но, блин, классные добивающие удары. Приемы. Я могу, кстати, метать меч. Я надеюсь, мне будет доступна подобная функция. Подобный навык. А! Мать. Че, next? Спамлю блок как секира. Да почему он их не разрубает-то? Это ж вообще нереалистично. То, что я сейчас делаю, это тоже не особо реалистично, кстати. Ого, стазис. Класс. Что делаем? А, я понял. Grounded space. Здрасте. Бам. Было бы очень зрелищно, повторюсь, если бы Кэл рубал их. О, так вот прыжки. Так, а, ну вот сюда. Нет. Да, нам. А. Да, да, да. Как громко. Прыгай. Что вообще по хилкам в этой игре? Не очень интересно. Здравствуйте. По одному, по одному. О, уклонение Dark Souls. Класс. Не особо помогает, потому что я утяра. Блин, это что, Dex Build? Dex Build? Что произошло? А. А, это смерть была? Просто главный герой еще постоял так пару секунд. Забавно. Блин, гайс, играем за Dex Build. Можно умереть, пожалуйста? Dex Build, я считаю, это плохо. Да. Ну ладно, это было очень непрофессионально. Повторюсь, миллион лет не играл в Dark Souls. Последняя часть, которую я проходил, это была Dark Souls 3. А, не-не-нет, гайс, Bloodborne ведь. О, да. А, все умерли? Вау, выглядит это просто замечательно. Будем разрезать двери. Я это обожаю. Ты же хотел бежать. Бежать. Ой-ой. Больно было. Что это? Перезарядка, окей. Иди нафиг, дружок-пирожок. Что ты делаешь? Ой, больно.
Не особо. Faster. Faster. Go, go fast. I'm ready for your trick. Взрывы. Дружище, ты же форс-юзер. Надо вниз. Окей. Прям вообще вниз? Все ломается, все ломается. И так всегда. Теперь наверх? Нет, теперь наверх. Это очень плохо, знаешь ли. Сори. Сори, у меня насморк. Так, куда сейчас? А, окей. Локация строится на ходу. Я в шоке. Все зависло. А, нет. Вау. Выглядит этот корабль очень интересно. Вы там аккуратнее, не сдохните, ох. А то мне ведь надо как-то отсюда убираться. Все горит. Так. Тогда направо. Направо. Теперь опять вверх. Да. И снова вверх. И снова. Мне уже совсем чуть-чуть надоели вот эти карабкани. Чувак, а ты бы, я не знаю, стукал меня. Музыка, кстати, классная. Чуть не упал. Чё ж ты не умираешь-то? Бам. Здрасте. Чё делаете? Всё. Дело в моей криворукости. И где они? Наверное, сейчас будет босс. Все ведет к тому, что сейчас будет босс. Все опять подвисло. Извиняюсь. Ты бы по сторонам смотрел на всякий. У меня нос опять зачесался. Это не есть хорошо. Здесь, как я понял, главное не упасть. Вы решили меня подобрать? Спасибо. Давай. Джедайский джамп. Какой-нибудь. Как я и думал, босс. Да. Ну, привет. Будем с тобой разбираться. Сволочь. Можно я твой плащ заберу?
Можно я заберу твой кривой, убогий плащ, пожалуйста? Мне нравится. Ты так неуверенно держишь клинок. Нормально. Знаю. Опа. Знаешь, я играл в Dark Souls, так что мы с тобой будем подбираться как два Force юзера. Блин, Рестра. Меня всегда забавляло то, что вот эти персонажи, они так брутально ходят. Очень брутально. Я нажимаю. А, так и должно быть то, что я такой крабос. Я думаю, мы ее сейчас убьем. Бегу. Сейчас она прыгнет за нами. Нет, она не прыгает, она пафосно идет. Классные сапожки, кстати. Чё ты делаешь, глупый? А ты что делаешь, тупая? Какая же она дура, серьезно. Какой смысл стрелять в Force юзера со световым мечом? Это сама тупая идея, которая могла прийти вообще любому существу в голову. Блин. Что ты делаешь? А ты не можешь столкнуть ее своей силой? Кэл, пожалуйста, сделай что-нибудь. Кэл, убери меч, Кэл! Убери меч, дебил! Дурко, убери меч, ты сейчас сломаешь тут что-нибудь. Вы просто посмотрите на этого тупого падавана. Да, выключи нафиг эту штуку и присядь уже. Я понимаю, ты немного в шоке, да, со всеми бывает. Но могли бы немного и дать выбор. Он забавный. Похож на котика. На большого злобного котика. Я так забавно дергается плащ. У нее так забавно дергается куртка. You've been surviving on your own for so long that it's impossible to trust anyone. And it's what's kept you alive. But this is about something bigger than just surviving. Don't. Like what? Like rebuilding the Jedi Order. Опять? You too. Anybody else? Oh, we're not good enough for you? Они тоже форс-юзеры? Хотя нет, она тупая слишком для форс-юзера. Капитан, объясните, почему у меня так дергается моя одежда? Что со мной не так? Go, you're safe. For now. Скорее всего, это моя видеокарта. Да. Блин, у него даже прическа не пострадала. Вы посмотрите на этого гения. Ок. Calico! You were talking in your sleep. О, это уже мувик. Не знаю, как назвать. У нас новая броня, новые шмотки. Они тоже странно дергаются. Окей.
О, цветочек. Прикольный корабль. Блин, ГС, хочу такое же освещение кольцевое. Взаимодействовать? Что это? А, может сесть? А, что это было? Что с рукояткой меча? Это Force Music? Не знаю, как это назвать. That song. I wrote it years ago. You touch an object and witness events connected to it. You feel its history. It's an echo in the force from the object. Not many Jedi have that skill. Звук силы от предмета. How would you know that? I was once a Jedi, but not anymore. Do I know you? No. But I knew your master, Jaro T'Pol. He was a true guardian of the Republic. He was a hero. Listen. Something happened to me during the Purge. I survived, but... My connection to the Force is damaged. When I meditate, if I let my guard down, I lose control. And it's like I'm back in that moment when... You survived, Cal. And you're not alone. Not anymore. We're coming up on our destination. Бугану. О. Слышите эту музыку, да? Текстурки еще прогружаются. Очень долго. You won't find it on any maps. The Empire doesn't know this place exists. No. So, what's the plan? We hide out here? We're done hiding, Cal. Мы будем тренироваться. Эхам джедаев. Until then, there's someone here I think you should meet. С кем? Из зверушки. Можно познакомлюсь с той штучкой? Которая маленькая, ушастая, забавная и милая. Вон слева сидит. Так, а ну иди сюда. Мне хочу тебя потискать. Иди сюда. Эй, а ну вернись. Получи очко навыков. Следы остаются. Водичка. Водичка. Такая музыка прикольная. Эта планета мне очень сильно напоминает аниме Made in Abyss. Прям нереально сильно напоминает его. Своим музыкальным сопровождением, кстати, тоже. Просто посмотрите. Посмотрите, какие они маленькие, милые и забавные. Это какая-то смесь котика, Пикачу. Нет, нет, не Пикачу, Рейчу. И хомячка, хорька, не знаю. Но выглядит это просто восхитительно. Просто look at this. Look at this. А ну вернитесь. Ну и ладно. FPS, кстати, не особо классный. Медитировать.
Будем сидеть и медитировать. Точка сохранения. А, бонфайр. Я понял. Местные бонфайры. Окей. Древо навыков. Удар сверху. Ладно. О, в этой игре можно разрубать их. А, только животных. Он как-то очень странно разделился, но хорошо. Усиленное замедление. Но это стазис улучшено, как я понял. Приверженность к силе. Максимальный запас силы Кала. Увеличивает максимальный запас здоровья. Кал может совершить еще одну мощную атаку после выполнения удара сверху. Улучшает защитные навыки Кала, что снижает урон, наносимый устойчивости блока атаками врагов. Выполнение атаки после быстрого уклонения позволяет Кайлу пнуть врага. Выполнение атаки при беге позволяет Кайлу совершить особую боевую атаку боевым мечом. Такую цель. Вот это мы... А, у нас нету. У нас больше нету очков навыков. Кровь и сила восстановлен. Враги возрождены. Да, бонфайры. Что это? Какой он забавный. Эй, BD-1. BD-1. I'm Cal. Yeah, I'm okay. I'm just... А можно мне тоже перевод того, что он говорит? I'm searching for a Jedi, I think. Hold on. You know the Jedi? What do you know? Wait, hold on! Did you just slice that? Ты что делаешь, мило? Как нам забраться? А, тут лианы теперь. Хорошо. Там какая-то штучка происходит. А, теперь у нас есть карта. Или что? Забраться до хранилища. Знаете, мне бы хотелось в этой игре увидеть хоть какой-нибудь редактор, хоть чего-нибудь. Типа свет меча отредактировать, костюм какой-нибудь добавить. Почему этого здесь нет? Хотя, не, кстати, не знаю, может быть это и есть. На голограмме указано местонахождение. Окей. Так, секунду, глазик чешется. Чешется глаз. А, теперь легенда разблокировалась. Хорошо. Это нормально? Предлагаю посмотреть на рукоятку светового меча. Выглядит это очень странно. И вот это начало движения, когда Кэллом просто он перемещается. Смотрите. Просто без шага перемещается, кайф. Это также выглядит очень странно. Там зверушки. Фух, ящерки. Ящерки. Ящерки, а ну сюда. О, их можно рубить. Крабики. Крабики. О, крабиков можно разрубать. Хотя это сделано очень криво. То есть меч, он абсолютно не взаимодействует. Вот смотрите. Меч просто вошел в текстурку. Я, конечно, не помню точно, но вроде бы. Вроде бы в The Force Unleashed как раз таки мечом можно было даже вот так что-то делать. Здесь, видимо, нельзя. Окей. Что это? Какой-то... Какая-то штучка. И еще какая-то штучка. Почувствовать отзвук.
Это лут. Мертвый Сплокс. Ого. Персонализация, кстати говоря. О, здесь все-таки есть костюмы. Пончо. Мне пончо больше нравится, чем вот эта униформа. Но прикольно. Хоть и баганая. Хотя не, давайте канону. Как канон? Канон. Стоп, это что? О, ему можно расцветку поменять. Прикольно, слушайте. Видимо, все-таки здесь есть персонализация. Даже в секиры ее нет, кстати говоря. Древо навыков. Не. А, стоп. То меч. А, блин. Навык. Я думал, можно будет как-то его отредактировать. Как вызвать карту? Не то. Можно достать мечи, убрать. Это сильная атака. Сильная атака работает на землю. И можно подпалить. А, вот куда? Прыгай. Или нет? Или нет? Может, надо зацепиться? Не. Так, а как карту-то вызвать? Из-за данных. Так, молодой, ты где? Где-то есть. А, здесь можно подняться. А, вот мы научились бегать. Отлично. Наконец-то. Опять крабик. Музыка сломалась. Прогружается, все прогружается. Не, ну эта игра очень сильно жрет ресурсы пока. Особенно, когда у меня еще и запись включена. А. Это действительно забавно. Это же вообще какой-то покемон, буквально. Я помню то, что есть какой-то покемон, он то ли собачка, то ли лисичка. Такой забавный, милый. Это не очень похоже. Так, ну отдохнуть. Надо ХП восстановить. Да. Bonfire. I hear you, but there's something over here I want to explore. То есть здесь, как я понял, есть даже закос под открытый мир. Вау! Вау! Это выглядело очень классно. Я, наверное, буду исследовать большую часть этого мира. Потому что он мне очень нравится. Просто посмотрите. Кстати говоря, я, наверное, после записи попробую выставить максимальные настройки графики. И вообще посмотреть, делает ли что-нибудь меч. В плане вот этого. Сейчас, кстати говоря, это видно, это работает. Но когда я выхожу... Так, чуть не упал. Вот здесь? Теперь работает. Ладно, это очень странно работает. Ого. Сделано прикольно. Святого меч — это не просто орудие. Оружие. Это орудие труда. Опа. Штучка. Штучка. Ловушка. Это босс. Это босс. Это принц из Ведьмака. Из третьего Ведьмака. Я умер? Да, я умер. Восстановление. Вау. Какой-то он жесткий. Да. Убил нас двух тычек. Сильная жабка.
А ну вернитесь. Дайте вас погладить, Грейс. Они спрыгнули. А, еще мне эта планета напоминает Несс из Destiny 2. Да. Здесь что? Открыть. Не могу пробиться. Ну да, типичная ситуация в Souls-like игре. Дверь закрыта. Да. А, давайте сходим вот сюда. Тот же вопрос. Ну, здесь какая-то штучка, которую охлаждают вентиляторы. Вон там что-то есть интересное. Там лут. Лут я люблю. Так, Кэл. 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 Мать твою за ногу, Кэл. Что ты делаешь? Странно, очень странно. Эссенция силы. Соберите еще две, чтобы увеличить максимальный запас силы. Окей. Теперь мы отключим их, я надеюсь. Как я и думал. А это что? Не знаю. А, я понял, почему он светился фиолетовым. Он был просто выделен. Как нам залезть? А. Можно еще сюда. Нет, нельзя. Или можно? Не знаю. Пофиг. Прыгаем на эту штуку. Знаете, что я заметил, Грейс? Мы уже играем в эту игру целый час. А я даже этого и не... только сейчас заметил. Поэтому я предлагаю на этом замечательном моменте остановить запись и поблагодарить вас за просмотр. Попросить вас поставить лайк, возможно даже подписаться на мой канал и подписаться на мой Twitch. Да, поэтому всем спасибо. Всем пока. Пока.